Добрый вечер, уважаемые слушатели. Убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Московская филармония представляет программу абонементного цикла «Звезды 21 века». Солисты сегодняшней программы: Александр Рам, виолончель, Филипп Копачевский, фортепиано. На сцене Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова. Начинаем первое отделение. Габриэль Форе, Пелиас и Мелизанда. Сюита из музыки к пьесе Мариса Метерлинка. Сочинение 80-е в 4 частях. Прелюдия. Мелизанда за прялкой, Сицилиана, смерть Мелизанды. Исполняет оркестр, дирижер Николай Цинман.
Камиль Сен-Санс, концерт номер один для виолончели с оркестром «Ля минор», сочинение 33. Солист Александр Рам. Thank you.
Thank you.
Thank you.